На третьем помосте выступает Сычев Алексей, Пермский край. Четвертый помост, Потапов Незимур, Республика Татарстан. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 1. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 52, 53, 54, 65, 62, 63, 64, Толечка, соточка, соточка, Толя. 65, молодец, молодец, Толя. 66, 67, 68, 69, 170, 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Первый помост закончил свое выступление с результатом 101 подъем. Кучеров Анатолий. 15. 52. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, 57. Стоп. 10. Свое выступление окончил Сычев Алексей с результатом 256 подъемов. Потапов Газимур, 191 подъем. Судьям обнулить счетчики. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Один. На первом помосте выступает Козлов Николай, Республика Крым. Второй помост, Восток Игорь, Саратовская область. Третий помост, Мурзилов Ильшат, Республика Татарстан. Четвертый помост, Заварзин Александр, Омская область. 8. Как самочувствие, чемпион? Ну, я еще не знаю, чемпион или нет, но рекорд я свой лично увеличил на 25 подъемов. 238 – это результат, я должен сказать, такого международного даже масштаба. Понял? Да, потому что в прошлом году Варламов Николай вырвал в Чебоксарах 224. Я в прошлом году на турнире Потапова вырвал 223, то есть я прибавил 25 раз. Этого? И сколько вырвал сейчас? 238. 15 раз прибыла, да, не нет. Рука должна быть, вот у тебя стоит в руке, видишь, где мозг? Вот так вот у тебя кисть, вот, ручка втыкнулась, пальцы нависли, вот ты должен. Сброс делаешь, она у тебя пошла, на большой подушке проворачивается, не касаясь вообще, упирается в мизинец, подхватил мизинцем, потом указательный палец твой самый сильный, раз. И потом эти три пальца отключились. И обязательно укол назад. Вот когда ты уводишь ее на себя,
Ты должен представить, у тебя сзади стоит самый твой лютый враг. У тебя на плече копье. И вот она не достает сантиметра три. И когда ты на себя ее заводишь, ты должен... Короче, я в ресторан помал. О, вот это самая лучшая вещь. Ну, я буду рвать, посмотришь. Хорошо? А как за медали? Медали ждут. Играй, Петрович. Первый помост, Козлов Николай, закончил свое выступление с результатом 72 подъема. Первый раз по гирлосорту взял на Виталий Луговой у нас выступил в гиревом марафоне в течение 6 часов. Молодец, Виталий. Он показал результат. Вес гири 24 килограмма, 3150 подъемов. 3150. Молодец, Виталий. 190 подъемов. Спасибо.
Свое выступление окончил третий помост Нурдилов Ильшат с результатом 220 подъемов. Четвертый помост Заварзин Александр, 260 подъемов. Нурмидондов Александр, Козловский Александр, Тимофеев Сергей. Время на подготовку гель. Берите. Время. Все. Евгений Беликов. Жень, Беликов, пожалуйста. Готовится 17-й поток. Чуб Швец Анатолий, Рахимов Сайлаубек, Батяев Аркадий, Плотников Алексей. Сейчас повесит, а потом... Сейчас повесит. Общая форма. Есть такой двоеборье.
44. 45. Еще, еще. 46. Пошла последняя минута. 47. 48. 49. 150. 1. Кучеров, Анатолий Владимирович. Еще, еще работает. 52. 53. 30 секунд. 54. 55. 20 секунд. 56. 15. 57. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Свое выступление окончили Чупшвец Анатолий с результатом 213 подъемов. Рахимов Сайлубек 201 подъем. Батяев Аркадий 160. Плотников Алексей 140. Вывести спортсменов на помосты. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Сафиканов Алексей, Ставропольский край. Четвертый помост. Труш Александр, Краснодарский край. Свое выступление окончил Гришин Юрий с результатом 14 подъемов. 9. 36. 2. 37.
38. 39. Свое выступление окончил. Второй помост. Данченков Игорь с результатом 143 подъема. 41. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. 160. Александр Труш, пожалуйста. Смирнов Игорь. Закончил свое выступление с результатом 191 подъем. 84. 8. 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Свое выступление окончил Вечагин Сергей с результатом 176 подъемов. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!